В Волгодонске продолжается чемпионат города по мини-футболу. В минувший уикенд были сыграны матчи четвертого тура, ключевым из которых стало противостояние до этого непобедимых команд – «Атомная» и «Мегадон». Лидеры турнирной таблицы, да и по сути фавориты первенства, вышли на игру сверхмотивированными и максимально сконцентрированными. С этим связана и та вязкая игра, которую продемонстрировали соперники в первой половине матча. Максимально строго сыграть в защите – вот, видимо, та установка, которую получили от своих тренеров футболисты обеих команд. При этом стоит отметить корректную игру соперников. За весь первый тайм на двоих команды набрали всего 2 фола. В концовке первого тайма «Мегадон» имел несколько опасных моментов, но их не реализовал. 0-0. С таким счетом соперники разошлись на перерыв. Во втором тайме игра продолжила развиваться в ничейном ключе. Но все же сил на концовку у «Мегадона» осталось больше. Вторую половину второго тайма он провел гораздо активней. Что и вылилось в забитый гол, забитый после быстрой трехходовки на 18-й минуте. Этот мяч поставил точку в этой игре. За оставшееся время счет на табло так и не изменился. В сухом остатке первое поражение «Атомной» и продолжающаяся серия без поражений «Мегадона», который благодаря этой победе оторвался от преследователей и теперь единолично возглавляет турнирную таблицу. А учитывая дальнейшее расписание игр чемпионата, возможно, именно эта игра и решила судьбу первого места чемпионата по мини-футболу 2013 года.